Хай, Саша в Майнкрафте на связи. Подождите. И сегодня я вам покажу новую станцию моего метрополитена. А новая станция находится на синей линии и имеет название станции Костромская. Она находится после станции Петровская. Поехали. Информатор, как всегда, с нами. Сейчас будет. Давайте. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Тропическая. Be careful, the doors are closing. The next station is Tropical. Да, поехали. Ой, какой поехали? Я еще информатор не настроил. В общем-то, я настроил. Поехали. Ой. Я отключу этот звук вагонетки. Да. Вот станция Тропическая. Вот она. Ой, подождите. В общем-то, извините. В общем-то, информатор. Станция Тропическая. Station Tropical. Да. Ой, кстати, зачем здесь эти... здесь еще... эти бирюзовые доски, это типа ограничительная линия у меня. Ой. Вот, и вот станция Парк мировой войны 1945 года. Вот телевизор. Поехали, сейчас будет информатор. Осторожно, двери закрываются, следующая станция Петровская. Carefully, the doors close, the next Petrovskaya station. В общем-то, я уже готов. Поехали. Вы этот перегон уже узнаете. Да. И вот станция Петровская. Строили... Ой. Строили мы эту станцию с вами на стриме. Давайте же дальше. Ой, информатор. Станция Петровская. Переход на станцию Кратово и станцию Балтийская. Выход к железнодорожной платформе Синопред. Дам. Petrovskaya Station. Transition to the Kratovo station and the Baltic station. Exit to the Sinibre railway platform. Да. Вы эту станцию знаете. Мы ее с вами строили на стриме. Вот переход на станцию. Кратово. Да, вы ее знаете в обзоре. Сейчас мы выйдем. Здесь нет станции Балтийская, потому что это будет скоро станция. А вот вот железнодорожная платформа Синопред. Не знаю, что я так назвал. РЖД написано тут. Тут, короче, здесь была такая гора. Тут был узкий проем, но я не хотела делать, я его расширил. Да. Да, в общем-то, пойдем. Вход, выход там. Мы пойдем через вход. Вот так. Сейчас вам покажу выход на железнодорожную платформу. Вот такой вот. Вот железнодорожная платформа, а тут переход на другую платформу. Давайте дальше пойдем. Обратно в нашу вагонетку. Ой.
В общем-то, поехали в наши вагонетки. Ой, блин, я свою вагонетку раздолбал. Очень прискорбно. Давайте дальше поедем. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Костромская. Carefully, the door closes. The next Kostroma station. Не обращайте внимания на стуки, у нас просто там дом строят. Поехали. Ой, информатор. Пам-парам-па-пам-парам-парам. Все. Поехали. Перегон практически наземный будет. Вот. Мы почти приехали. Давайте, чтобы не буду спойлерить. Готово. Тара-па-пам. Тара-па-пам. Это станция яйцеобразная. А, информатор. Станция Костромская. Kostroma Station. Да, это конечная станция. Она открыта только сегодня, 14 сентября 2019 года. Ой, мне показалось, что там 2015 написано. Вот так выглядит вход в метро. Вон и станции те. Мне нравятся две площади вокзальной. А, кстати, я вам забыл показать депо ТЧ. ТЧ-2, Первомосковская. Да, вот так вот. Еще у меня есть второе депо на синей линии. Вот, сейчас покажу его. Вон. Оно называется депо ТЧ Горное Плато. Это кольцевая линия скоро будет. Тут есть переезд на первую линию. Горное Плато синее. Ой, кольцевая. Здесь вот так поднимаешься. И ты уже оказываешься на другой линии. Да. В общем-то, мне больше нечего сказать. Блин, спойлеры! А так, как мне нечего сказать, то я буду с вами прощаться. С вами был Саша Майнкрафт, а не Риколит. Всем удачи, всем пока. Это просто скин Риколита. Пока.